сегодня хороший матч был, динамичный. Я думаю, как обеим командам нужны очки, да. Сражались обе команды, то есть это еще показывает, что где-то, может быть, мы не использовали свои моменты, где-то Динамо не использовал, хорошо играли вратари. Но в целом игра динамичная. Мы сегодня сыграли дисциплинированно. Они удалялись, поэтому все были в игре. Овертайм был интригующим. К счастью, нам удалось победить сегодня. Хочу ребят поблагодарить за работу. Хотя у нас есть потери, но они сражаются до конца все друг за друга. Хочу их поблагодарить. Спасибо. Ну, это была отличная игра сегодня, прежде всего, был очень равный матч, и было много физической борьбы, и, конечно, как сказал коллега, обоим командам нужны были очки. Мы были хороши в первом периоде, победили в счете, реализовали еще парочку шансов, но во втором периоде немного потеряли свою игру, стали отходить от своих действий, и соперник где-то, наверное, повезло. Потому что соперник сравнял еще с третьим периодом. Я считаю, что мы бы сделали лучше. Не реализовали пару шансов. И, конечно, должны были заканчивать победой в овертайме. Того, как вы видели, шайбу отменили за офсайд. Мы разочаровали все-таки результатом и заслуживали больше, я считаю. И disappointed without being able to get the two points. I thought it was a competitive game both ways with two teams that want the points.